Египетские политики, включая лидеров оппозиции, подписали в четверг документ, призывающий к прекращению насилия в стране. Встреча была организована по инициативе пользующегося большим авторитетом в стране ректора Асхарского университета, учебного заведения с тысячелетней историей. На ней присутствовали оказавшиеся еще вчера непримиримыми политическими оппонентами представители правящего движения «Братья-мусульмане» и оппозиционные лидеры, отвергшие в начале недели приглашение президента Мурси к диалогу. Документ призывает нацию к гражданскому согласию и немедленному прекращению беспорядков, жертвами которых за прошедшие 7 дней стали уже 60 человек.